Сейчас в Нью-Йорк, там прогремел мощный взрыв на Манхэттене, это самый центр мегаполиса. О происшествии уже проинформировали президента Барака Обаму. На месте событий работает наш собственный корреспондент США Валентин Богданов. Валентин, здравствуйте. Есть ли к этой минуте точные данные о пострадавших? Здравствуйте, Роман. Действительно, такие данные есть. Они уже опубликованы Нью-Йоркским департаментом полиции. Сообщается о том, что 25 человек в результате этого взрыва получили ранения. Подчеркивается, что никому из них не грозит смертельная опасность. То есть, судя по всему, эти ранения не сильно тяжелые. Вместе с тем, вот с минуты на минуту должна начаться совместная пресс-конференция нового главы как раз Нью-Йоркской полиции. Сегодня первый его рабочий день, и мэра Нью-Йорка, на который мы надеемся, во время которой будут озвучены первые какие-то официальные версии происходящего. Но пока к неофициальным и к хронологии в 8:30 прозвучал этот взрыв. Произошло это в довольно людном и популярном у туристов районе Челси на пересечении 23-й Западной улицы и 6-й авеню. Очевидцы, которые делятся наблюдениями, фотографиями, впечатлениями по горячим следам в социальных сетях, публикуют фотографии своих квартир. Довольно мощный был взрыв, выбиты кое-где стекла, повреждены двери. Ну и также в социальных сетях появилась фотография развороченного пластикового мусорного контейнера. Основываясь на этих кадрах, некоторые из комментаторов сделали вывод, что, возможно, как раз взрывное устройство, предполагаемое взрывное устройство, находилось как раз в этом контейнере. Вместе с тем, телеканал CNN сообщает о том, что произошла утечка газа. Непонятно, правда, произошла она в результате взрыва или послужила его причиной. Ну и вместе с тем стоит отметить, что сегодня в Нью-Йорке, в окрестностях, вернее, Нью-Йорка, в штате Нью-Джерси, в небольшом городке Сисайд-Парк, также сработало взрывное устройство, которое также было заложено в пластиковый контейнер. Сработало оно в том месте, где должен был проходить благотворительный забег. Сапером пострадавших не было. Позже сапером удалось обезвредить еще несколько взрывных устройств, которые были по цепочке связаны с первым взрывным устройством, но не сообщается о том, что кто является подозреваемым в данном случае или есть ли вообще этот подозреваемый. В общем, мы сейчас следим за развитием событий и ждем вот первых официальных версий произошедшего, Роман. Валентин, спасибо. Будем ждать от вас подробностей. На прямой связи из Нью-Йорка был наш СОПКОР в США Валентин Богданов.